Здравствуйте! На телеканале «Домашний прогноз погоды». С вами я, Анастасия. 22 сентября, воскресенье. На протяжении всего дня в Уфе ожидается пасмурная погода. Временами небольшие дожди. Ночью столбики термометров опустятся до 8 градусов со знаком «плюс». Днем температура воздуха прогреется до 14 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Вот и все на сегодня. Увидимся на «Домашнем».